С африкантовой мы дружить не можем, потому что когда он, мы только столкнулись первый раз и пообщались по-доброму, как мне показалось, после этого вылилось столько дерьма, что пришлось судиться. Так что африкантовой пришлось расплатиться 200 тысяч, она заплатила за свой язык. Надеюсь, что она помнит про эту ситуацию и забудет, как меня зовут. А, она никак это забыть не может, конечно. Вчера, конечно, она была в полной... Человек выпрашивает по копейке у своих подписчиков. Представляете, если бы я сейчас у вас начала клянчить деньги на туалет, на еду. На туалет это вообще... Вот это туалет, чтобы... это, туалет-то бесплатный, а животик-то уже шурчит.